Всем привет! Ну вот, мы добрались до Ситимола, чтобы подстричь нашего волосатика. Ах, прошло, конечно, все не без криков, но в итоге вот что получилось. Кстати, меня очень часто спрашивают насчет машин, насчет аренды машин. В Иордании, конечно же, машины в разы дороже, чем это можно было бы оформить или купить у нас, раз таможка дорогая. Купить здесь дешевле машину никак не получится. А аренда существует, и очень много компаний занимается арендой, но не могу конкретно вас ориентировать по ценам, потому что цены разные, зависит от, конечно же, срока, от самой машины. Но я думаю, от 20 динаров, это от 30 даже. И недавно вот открыла для себя новую такую кофейню. Она находится в Абудуне. Я раньше видела, много раз проезжали. Мне интересовало просто название, которое называется Кава. И я думаю, кто это из арабов открыл? А мне подсказали, что это открыла наша соотечественница, поэтому и название украинское. Но очень уютное кафе, оно очень маленькое. Но со своей какой-то такой атмосферой я люблю вот такого плана интерьеры. Очень интересная, кофе вкусная, не могу сказать, что оно самое лучшее, но оно и неплохое. Уже несколько раз здесь посещали, мы гуляли с детьми, с девочками, это очень такое уютненькое, я думаю, вы оцените. А по соседству открылся вот такой вот магазинчик, и он своеобразный, но в то же время он очень интересный. Здесь можно приобрести как на подарки какие-то аксессуары. Смотрите, какие бодики для деток. Очень такие забавные, с разными принтами. Кстати, можно заказать что-либо свое. Возможно, даже фотографии смогут распечатать. Мне понравились эти бодики. Каждый интересный по-своему. И, кстати, неплохая идея для подарка. Мне очень понравился этот рисунок. И мне кажется, очень интересно даже в нашу вот, в Украину, в России привезти что-либо подобного рода. Конечно же, детки сразу освоили. Здесь даже слюнявчики есть. Такое с приколами, с подписями, кружки. И также, опять же, повторюсь, можно все сделать на свой вкус и свои фотографии со своими подписями. Также ароматы для дома. Желтый был очень хороший. И теплая шапка. Смотрите, какая она. Мне кажется, это для нашей зимы прям. А дома, как всегда, мой муж что-то выдумывает. В этот раз он делал арабское мороженое. Оно делается с фисташками. И оно вкусное. Но я не любительница прям такая, чтобы прям всегда его есть, потому что оно своеобразное. И у него есть такая какая-то структура, знаете, оно мягкое, но в то же время оно немного тягучее, как жвачка. Оно жуется и тает очень хорошо. Немножечко вам также покажу Оман. Это тоже Абудун район. Потому что я знаю, что людям интересно посмотреть, какие здесь улицы. Здесь не всегда так красиво, либо же, конечно же, зависит все от района. И есть дома, и по не так презентабельно выглядят, но я очень люблю такие районы, потому что загуляешь и отдыхаешь душой. А еще хочу показать вам подъезды. Я, конечно же, после нашей Украины и России была немного в шоке от того, насколько здесь чистые, ухоженные подъезды. Не везде, конечно же, зависит все от дома. Если он будет старый, то, конечно же, там не особо можно ждать чего-то вау, но, опять же, не такие, как у нас, обшарпанные, описанные. Я, по крайней мере, не видела, но видите, вот как здесь красиво, и никто не боится, что картину кто-то вынесет или еще что-то. Все аккуратненько, то есть люди украшают некоторые возле своей квартиры.
красота. Мы сейчас приехали к знакомой подружке к нашей. Вот угощает обычно сладостями, орешками. Тыквенные семечки здесь очень любят. И, кстати, подают гостям, это нормально. Еще чай будет. Смотрите, как красиво. Белый аман. Сначала нас начали угощать американо и арабской сладостью. Не знаю точное название, но там манка, сыр ишта и финики. А также еще иногда подают, помимо тыквенных семечек, арбузные семечки. И, конечно же, можно запросто увидеть вот среди жилых домов высотных оливковую плантацию. Небольшую, но она тоже присутствует. В Иордании в летнее время, вот нас смотрите, 10:30 ночи, открыты практически все магазинчики, мужские салоны. Пойти подстричься в 11 ночи для Иордании это нормально. Так что здесь ночная жизнь, особенно в летом. Привет. Вот как жены красятся дома? Я вот так. Шучу, на самом деле, я просто участвую в марафоне от Гаар. И она в этот раз почему-то очень яркий макияж делает. И мой муж теперь каждый день наблюдает что-то подобие вот этого. Ну ладно, да, потерпит. Он сказал, сойдет. Сейчас я буду перебирать вещи, потому что... Я нашла, где мой ребенок нарисовал мелком на... Вот он хитрый. За шторкой, где не видно, эта шторка всегда вот в таком положении, и не видно, и он нарисовал. Хорошо, что оттирается. В общем, сейчас буду перебирать вещи Данькины, которые уже ему малы. Это так приятно наблюдать, когда ты ему одеваешь кофточку, а уже, например, рукава короткие. Это, конечно, я понимаю, что время летит быстро, потом будешь думать, боже, куда оно полетело, уже дети выросли. Но это, не знаю, чуть-чуть приятно. Это очень приятно, даже не чуть-чуть. У нас погода странная, очень сильно странная, но она мне очень нравится. Кому как, я все-таки зимний человек. Представляете, вот человек, который любит осень и зиму больше, я люблю все времена года, но вот осень и зиму я люблю больше, я живу в жаркой арабской стране. Но в этот году мне Иордания очень радует, потому что мы даже вчера вечером выходили гулять в парк. Мы под, ну не то чтобы подзамерзли, но это не лето Иордании, вот никак не лето, и это очень даже радует, то что ты не мучаешься от большой жары. А мы были приглашены к родственникам на обед, и это вам знакомые уже всем вырадовали, я уже за них говорила. Я очень люблю вот такого плана салаты, тетя моего мужа его готовит божественно с мятой, и вроде бы обычные ингредиенты, но у нее всегда он такой вкусный. Также у арабов есть такая большая сыния, как тарелка, чтобы подавать такого рода блюда, потому что это удобно поставить на стол, чтобы все могли дотянуться. Помимо здесь фаршированные кусы, как кабачков, были еще фаршированные огурцы. Для меня это почему-то было в новинку. Еще здесь, если не официальный какой-то ужин, обычно вместо скатерти клееночку натягивают, чтобы потом не было, если что, вдруг испачкалась или нет, просто ее сворачивают и выбрасывают в мусор. Это удобно, с одной стороны, но, опять же, не для официальных. Когда зовут таких званых-званых гостей, здесь такого, конечно же, не увидишь. Так как я не кушаю в Ардавале, для меня приготовили отдельно курицу. Я немножко вредный, конечно же, и гость, мне это так неудобно, но не могу по-другому. Ну и обязательно, конечно же, кофе. Я еще не особо привыкла к арабскому такому тяжелому кофе, особенно с кардамоном. Я обычно отказываюсь в этом случае. Но иногда могу глоточек, конечно же, прикупить. Мне, например, арабское кофе, точнее, вот в Иордании кофе нравится больше. Вот мы когда приезжаем в Украину, мне мама говорит, возьми наше украинское кофе. Нет, поверьте, здесь вообще свежайшее, очень вкусное, прям, ну, очень. Самое вкусное. Ну, не самое, но мне, в принципе, немного пили, пробовала, но здесь по сравнению с Украиной вкуснее.
И снова контрасты. Среди города можно увидеть пастбища, небольшие палатки, где живут бедуины. Это тоже все нормально. Ну а это, конечно же, дороги. А что поделаешь, когда ты идешь против течения, и милиция, никто тебе не помеха. Вот так вот водят арабы, смотрите, просто развернулись и давай в другую сторону. Не важно, что у тебя поток просто сносит. Эш фит. А, окей. Да, концерт. Жуля Ботрош. Арабская, да? Привет всем! Я вам сегодня расскажу, как здесь в Иордании зачастую строят дома. Если у родителей есть свой собственный участок, либо дом, вилла, то всегда, не всегда, но оставляют, например, крышу вот с такими вот палками, я не строитель, я не знаю, как это, как фундамент там таким, чтобы, например, когда сын женился, достроил себе этаж, целую квартиру, целый этаж, это его квартира будет, это выходит зачастую дешевле, ну, смотря, конечно, какие материалы используют, но это дешевле, чем они бы приобрели себе квартиру, тем более дом со своим участком, потому что очень дорогие, выходят до миллиона, бывает и больше, несмотря, конечно, какой район. Поэтому здесь так строят, и дома могут вырасти в 4 раза даже. Да. И могут вырасти даже в 4 раза, и вся семья живет в одном доме. Далеко не нужно ездить по гостям, все друг у друга на виду. Они всегда так делают, иногда, конечно, дети уезжают в другие районы. Но если позволяют или есть возможность, дети так хотят, они настраиваются. А вдалеке ночной Оман, тихие улочки. Еще арабы очень часто ночью выходят просто гулять по улицам. У них такой вид спорта, можно сказать, подышать свежим воздухом и подвигаться. И в этот день было затмение Луны, я думаю, наверное, все просто наблюдали за этим. Мне, конечно же, мобильная камера не берет так четко, но прослеживается, конечно же. В жизни это смотрелось просто что-то неописуемое. Я очень люблю тему космоса, я очень много насчет этого читаю, и для меня это было классно. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, пока!